Мороженое медикам в благодарность. Активисты партии «Единая Россия» передали сотрудникам Щелковской областной больницы более 300 порций мороженого. Уже не первый месяц щелковские медработники, как и их коллеги по всей стране, находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Активисты партии «Единая Россия» совместно с частными спонсорами решили немного подсластить им напряженные трудовые будни. По всей стране, по Московской области, разумеется, в том числе, поддерживаем врачей, которые сейчас на передовой, которые сейчас на горячей линии. И пусть это небольшие поддерживающие меры, да, там мороженое, продовольственные наборы, это наша благодарность специалистам, которые стоят на передовой. Передача медицинским работникам партии мороженого не первая благотворительная акция для них со стороны активистов «Единой России». Вчера были гранаты, сок гранатный. До этого они попросили нас тележку для того, чтобы кислородные баллоны не таскать, а возить так называемое рохля. Вот сегодня мороженое. Перед этим мы пополнили детскую комнату игрушками и так далее. То есть практически в ежедневном режиме находятся люди, которые готовы оказать помощь.